Всем привет! Меня зовут Кристина, и сегодня у нас будет интервальная тренировка. Мы будем чередовать кардио и силовые нагрузки. Для этого нам понадобится только коврик, а начнем мы с разминки. Делаем глубокий вдох, выдох, еще вдох и выдох. Наклон головы вперед и назад. Прижимаем подбородок к груди и вытягиваем вверх. Еще два. Последний раз. Наклоны в сторону. Дышим ровно, плечи раскрыты. Еще два. Хорошо. Круговые движения плеча назад. Дыхание не задерживаем. Хороший большой амплитудный круг. Еще четыре. Три. Два. Один. Хорошо. Раскрываем руки в стороны. Делаем глубокий вдох. Соединяем лопатки с выдохом. Округляем спинку. Вытягиваем руки вперед. Еще глубокий вдох. Выдох. Еще два раза. Вдох. Последний раз. Соединяем руки в замок, вытягиваем себя наверх, глубокий вдох. И с выдохом округляем спинку, вытягиваем руки вперед. Глубокий вдох. Выдох. Еще два. Последний раз. Хорошо. Ноги ставим шире плеч, руки в стороны. Развороты корпуса, вытягиваем руку и тянемся за ней. Разворачиваем таз и ногу. Живот подтянут, дышим ровно. Еще четыре. Три. Два. Один. Хорошо. Делаем захлёст ногой назад. Стараемся пяткой достать до ягодиц. Плечи опущены, спина раскрыта. Лопатки вместе, живот подтянут. Дышим ровно. Еще четыре. Три. Два, один. Хорошо. Руки в стороны, ноги шире плеч. Наклоны к левой ноге. Наверх. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Спина ровная, живот подтянут. Еще четыре. Три. Два. Один. Остаемся на правой ножке. Пружиним вниз. Разворачиваемся, тоже делаем небольшую пружину, меняем ногу на левую, разворачиваемся, пружиним вниз, хорошо, постепенно, медленно собираем стопы вместе, глубокий вдох, с выдохом раскручиваем себя наверх, вдох. И выдох. Наша разминка закончена. Приступаем к основной тренировке. Дышим ровно, дыхание не задерживаем. Живот втянут и напряжен. Выполняем движения руками и ногами одновременно. Дышите ровно. Смотрите перед собой. Отлично. А теперь отдыхаем. Приседаем до параллели с полом. Не подкручиваем таз. Когда делаем выпад назад, передняя нога у нас будет опорной. Нагрузку распределяем по всей стопе. Выдох делаем на усилие.
Молодцы. А теперь отдыхаем. Смотрим перед собой. Живот втянут и напряжен. Осталось совсем чуть-чуть. Хорошо, а теперь отдыхаем. Лопатки и плечи отрываем от пола. Поясница остается на полу. Напрягаем мышцы живота и одновременно выполняем движения руками и ногами. Дышим ровно, смотрим перед собой. Подбородок к груди не прижимаем, не напрягайте шею. Осталось совсем чуть-чуть. Ладони ставим под плечевые суставы. Втягиваем и напрягаем живот. Напрягаем ягодицы. Пятки натягиваем в пол. Делаем вдох и на выдохе подтягиваем колено к груди, затем выпрямляем ногу до параллели с полом. Возвращаем обратно колено к груди и опускаем на пол. Молодцы! А теперь отдыхаем. Следите за тем, чтобы в планке локти были под плечами. Живот втянут и напряжен. Ягодицы также напряжены. Когда выполняем прыжки, следите за тем, чтобы таз у вас не прыгал вверх и вниз. Он должен быть стабилен. Первый круг закончен. А теперь повторяем все упражнения еще один раз. Смягчите коленные и локтевые суставы. Смотрите перед собой. Если вам стало тяжело, вы можете уменьшить темп. Осталось совсем чуть-чуть. Хорошо, а теперь отдыхаем. Приседаем до параллели с полом, не подкручиваем таз. Спину держим ровно, не округляйте.
дышим ровно, смотрим перед собой. Нагрузку распределяем по всей стопе. Осталось совсем чуть-чуть. Хорошо, а теперь отдыхаем. Дышим ровно, дыхание не задерживаем. Старайтесь рукой коснуться стопы противоположной ноги. Осталось совсем чуть-чуть. Молодцы! А теперь отдыхаем. Следите за тем, чтобы у вас не появлялся прогиб поясницы. Не расслабляем мышцы живота, дышим ровно. Осталось совсем чуть-чуть. Вы молодцы! Отдыхаем. Следите за тем, чтобы у вас не появлялся прогиб поясницы. Не расслабляйте мышцы живота. Дышим ровно, дыхание не задерживайте. Осталось совсем немного. Отлично, а теперь отдыхаем. Наша тренировка закончена. Я желаю всем вам хорошего настроения. И смотрите нас каждый день в 10 утра на Яндекс.Эфир. Пока!